Всем привет, я доктор Евгений. Коррекция головных болей через энергию. Как с помощью энергии избавиться от головной боли? Нет головы, нет боли. Вообще энергия, конечно, это все, что вокруг нас происходит и все, что есть вокруг нас. Соответственно, головная боль – это побочный эффект дефицита энергии. И, соответственно, корректируя в теле именно энергетические балансы, вы можете не только от головной боли себя избавить, а от всех различных дисбалансов в принципе, потому что это субстрат, который подкормит всех нас. Но если все же у вас нет достаточного времени, чтобы полностью работать со своими энергобалансами, то рекомендую вам следующую технику. Согласование полушарий. То есть у нас обычно полушария правого от левого, они работают как будто бы друг по дружке, но на самом деле они в кучку все анализируют. Здесь большая часть у нас какая-то там логическая, а здесь большая часть какая-то там творческая, может быть наоборот, левшей и правшей, неважно. Суть в чем? Бывает так, что как раз таки энергоресурса не хватает, и одно из полушарий забирает на себя ресурса больше. Что мы можем сделать? У нас есть очень чудодейственная, чудотворная энергомудра. Это большой палец, когда соединяется с мизинцем. То есть мы просто соединяем большой палец с мизинцем, и тем самым акцентируем внимание своего организма на том, что мы сейчас будем работать с энергией. Что нам нужно сделать? Правой рукой поставить вот эту комбинацию пальцев на правый лобный бугор, то есть вот эта лобная часть, лобный бугор, и левой рукой на левый лобный бугор. Таким образом, мы сейчас акцентируем внимание всей нашей системой психо, нейро, иммунно, эндокринно, энерго на том, что мы сейчас энергию корректируем именно по полушариям. И таким образом, замкнув наши с вами полушария, мы просто можем посидеть. А еще лучше сделать несколько вдохов с задержкой дыхания. То есть мы делаем обычный вдох с позиции пальцев на лбу. Задержали дыхание на 5 секунд и после сделали выдох. И также внизу задержали дыхание на 5 секунд. От 3 до 5 таких циклов поможет вам скоротать время, в то время, как вы стоите двумя пальцами на полушариях. И наблюдайте за тем, как головная боль у вас меняется. Если вы сейчас в острой головной боли, то она будет меньше становиться. И это можно делать для профилактики. То есть не для того, чтобы только острые симптомы снять, а регулярные мигренозные головные боли, головные боли напряжения, головные боли в связи с повышением артериального давления. Все физические дисфункции можете таким образом скоординировать. А также вы можете эти мудры использовать для любой коррекции, где бы у вас не болело. То есть локально, своими же руками себя можете полечить. Вы достаточно заряжены, чтобы это сделать. Своя система себе никогда вредить не будет. Поэтому болит локоть, поставили на локоть, подышали. Болит живот, поставили на живот, подышали. Болит нос с двух сторон, поставили вот так и подышали. В общем, делайте все, что хотите. Пробуйте над собой, экспериментируйте, хуже вы себе не сделаете. Поэтому, кому полезно, поделитесь, пожалуйста, своими друзьями, у кого болит голова. Пусть она у них никогда не болит. Рад был делиться. Пользуйтесь.